По каким-то причинам вам не хватает земли, а по соседству ей давно никто не пользуется. И выглядит она совсем заброшенной. Однако, чтобы завладеть участком, придется сначала определить, есть ли у него собственник. Только после этого можно заключить договор купли-продажи, соглашение о перераспределении, либо аренды и зарегистрировать право собственности. Получить достоверную информацию поможет запрос сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости. Такие сведения предоставляются в виде выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект. Для обращения потребуется точный адрес либо кадастровый номер. Уточнить данные сведения вам поможет публичная кадастровая карта. Запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости можно, обратившись в МФЦ, либо воспользовавшись сайтом Росреестра. Выписка из ЕГРН является официальным документом, содержащим информацию как о правообладателе, так и о характеристиках земельного участка, такие как кадастровая стоимость, площадь, вид разрешенного использования и назначение. Такая выписка также содержит информацию об ограничении и обременении объекта недвижимости. Если интересующий участок является собственностью муниципального образования, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением на право пользования и выделение участка в частную собственность. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов, «Наш город».